Сегодня на очередном заседании рабочей группы по муниципальному и государственному имуществу, которое мы готовы передавать в ведение наших религиозных организаций, было рассмотрено несколько вопросов. Были рассмотрены новые заявки, которые пришли от наших областных религиозных организаций на ряд объектов Вологодской области, в муниципальных районах области. Мы полностью все приняли заявки к рассмотрению, и в кратчайшие сроки мы по каждому из этих объектов дадим свои предложения, которые можно объекты передавать в собственность религиозной организации, а которых нет. Как всегда, самое большее количество заявок и предложений пришло от Вологодской митрополии Русской Православной Церкви. Также отдельным вопросом мы сегодня рассмотрели судьбу нашей Вологодской областной картинной галереи. Хочу напомнить, что не так давно было принято решение Мордашовым Алексеем Александровичем о передаче безвозмездное пользование собственность Вологодской области здания Мира 34 в городе Вологда. Мы обследовали это здание и пришли к заключению, что это здание подходит для размещения областной картинной галереи. Хочу сказать, что губернатором области поручено в кратчайшие сроки разработать план переезда нашей галереи, план финансирования ремонта нашей галереи. И сегодня на совещании мы приняли решение, что постараемся к концу следующего 2016 года уже открыть галерею в этом здании, соответственно, освободив здание Воскресенского собора Вологодского Кремля. На текущий момент мы рассмотрели все вопросы, касающиеся и финансирования, и технических процедур и мероприятий, необходимых для переезда и перевозки наших произведений искусства. И мы считаем, что задача, которую нам поставил губернатор, она выполнима.